Всем привет, друзья, у нас сегодня хайпер-поп новинки. Ну, не знаю, у Шани будет хайпер-поп песня или нет, но мы об этом узнаем. Так, Шани, да, Fuck It вышла, потом Лонер закован, обложка тут получается с концерта, да, окей. Лоралей, фит Лорми Хоя, Килла Килл, и получается Джмиллер и Куеми, типа, где живут феи. Окей, давайте с Шани, наверное, начнем. Но с вас, блядь, лайк, комментарий, подписка на канал и все в этом роде. Погнали, Шани. Что интересно будет? Братики, сказал тебе нахуй это. Ну, поставлю 7 из 10. В принципе, есть вайб, да, как бы есть, но такой глубокий смысл, конечно, здесь обладает вообще, то есть очень глубокий смысл, да. Ну, как бы, ну, типа, песня хорошая, типа, ну, можно слушать, как бы вайб есть определенный. В принципе, очень приятно в ушах звучит, то есть классно, прикольно. Ну, вот то было получше ею. Хотя я помню, ее захейтил, мне там начали писать. Да ты, блядь, да ты не понимаешь, это стиль Йетта там, ты не понимаешь. Не, ну как я, типа, я сказал просто свои первые эмоции, и сразу люди, типа, начали свое показывать свое недовольство в комментах. Ну и пизду их вообще. Вообще все равно на какое-либо мнение плохое, да? То есть, как бы, это как бы мой канал, я говорю, что хочу, как бы, свое мнение высказываю. Если что-то не нравится, пизду, идите кого-то другого смотрите. А, ну, не, он прикольный трек, прикольный. То есть, не на каждый день, но послушать можно. Так, нормально. Так, Лонер закован, окей. Ильюша. Давай, Ильюша, давай. Ого. Не хочу терять с тобой ни одну минуту. Чувства к тебе отравляют, как ртуть. Как будто каждый миг вместе в фильме, как будто у меня есть свой путь, как Наруто. Наруто. Проблемы с тобой свободу. Со мной ты можешь быть сама собой. Школка со следи за рукой. Как ротик ждет твою любовь. Я твой, я снова иду за тобой. Что против есть мой с тобой. В моей груди горит. Я понимаю, что я без тебя никак. Огонь и ливанда. Я с тобой буду навсегда. Тут охуенно. Никак не потерять людей, которые со мной сейчас. Не знаю. Тобой сердце болит, твоя любовь простужен. Хочу терять с тобой ни одну минуту. Чувства тебя отравляют, как ртутью.
фильме как будто. У меня есть твой путь как народ. О всех проблемах с тобой забудь. Я болен тобой. Сердце болит, твоей любовью простужен. Не хочу терять с тобой ни одну минуту. Чувства к тебе отравляют как ртуть. Я как будто. Каждый миг вместе в фильме как будто. У меня есть свой путь как народ. О всех проблемах с тобой забуду. Сейчас уже все по-другому. Будешь верить людям, будет больно. Это тебе ведь не знакомо. Но я давно этим закован. В эти цепи давно закован. Охуенно. Очень охуенная музыка, и она отличается от его, как бы, прошлых работ, да. Я от него такую, как бы, вот такое звучание от него первый раз слышу. Это что-то новенькое, да, для него. Очень приятно, мелодично, очень лирично. И то, что мой путь как... Я пройду свой путь как... Наруто, это охуенно. Это охуенно. Это сразу респект. 10 из 10. Лучший трек пятницы. Ну, хайпер-поп новинки, да. Я думаю, лучший трек, как бы, блять, это... Ну, это очень круто, очень крутую музыку делает, как бы. Ничем... Кто там рычит? Очень мне там... Развивается в плане музыки, то есть молодец. Не стоит на одном месте, вообще красавчик, 10 из 10. Так, окей, давайте послушаем вот это вот. Килокил. Высоко, как бушали, сука, это гилокил. Я заберу целый мир, мир. Я курю травчик, это не круто. Но я крут, как блядва курта. Ем на завтра пепермут. Сука, я сегодня без муда. Против опов я как майк. Суки быстро снимают майк. Нам не похуй на них парень. Я сейчас записываюсь в майк. Ты меня не слышишь, я тебя не знаю. Прикольный звук. Просыпаюсь ранним утром, у меня кровь из носа. И все слова, что я говорил, поднялись в воздух, как будто бы дым. Я не хочу быть с тобой, так видно. Это твайп классный. Ты мне всегда на вижу. Люби, так и я безвижен. И за навсегда без тени. Сухую, но все равно пишет. Пацан, ты меня не понял. Я курю в стиле оптом. Стою у майка сортом. Лови немного в твердом. Не дам я шагу опом. Мне GPS по тропам. По фасе с автостопом. Иду по батьным стопам. Я тебя не знаю, моем сплифе шиш. Снова догорает. Помогут мне забыть, что ты уже другая. Все эти попытки меня не спасают. Ты меня не слышишь, я тебя не знаю. Моем сплифе шиш. Снова догорает. Помогут мне забыть, что ты уже другая. Все эти попытки меня не спасают. Ты меня не слышишь, я тебя не знаю. Снова догорать. Помогу мне забыть, что ты уже другая. Все эти попытки меня не спасают. Все эти попытки меня не спасают. Очень офигенный звук, офигенный бит. И исполнение, как это все сделано. Охуенное сведение, очень качественно. Я поставил бы 9 из 10. То есть это что-то новенькое для меня, но в плане бита, я такого бита еще не слышал ни разу, поэтому это что-то прикольное. Очень атмосферно, вайбово, мелодично, вообще очень приятно звучит трек. В целом, ну, охуенно реально, то есть. Жаль, что такой музыки мало. Не, может, ее и много, но просто надо как бы искать. Как бы, вот так вот. 9 из 10, очень круто. Так, и где живут феи? У нас Джим Миллер, Куеми, Джим Майлер, да, наверное, правильно. Не знаю, как читается правильно, ну ладно. Давайте послушаем. Где живут феи? Где же они живут?
А, здесь нет текста, да? Ну ладно. Послушаем так. Окей. Йоу, офигеть. Это что такое было? Это очень, очень классная магия в самой песне. Какая-то только, она какая-то такая волшебная, да, где живут феи. Блин, очень круто. И бит классный, и исполнение очень офигенное. У первого исполнителя Джей Майлер, да, как правильно его. Вот, ну, тоже приятный голос. То есть, в целом, очень качественное сведение, то есть... ну, изъянов здесь нет в этой песне, то есть, ну, реально звучит атмосферно, очень, очень круто. Реально, очень годная работа, 9 из 10 бы поставил. Вообще, сегодня все песни, которые мы послушали, офигенные, допустим. Ну, вот это реально удивило, вот это... Все песни удивили, ну, кроме Шайни, наверное, то есть. Вот эти вот реально офигенные песни, которые мы послушали. Не знаю, респект. Респект за такую приятную, очень атмосферную такую музыку, да, прям она прям протягивает эти нотки, да, и как это, свой голосок, или как это правильно сказать. Ну, в целом, то есть, реально очень годно, приятно звучит, то есть, ну, очень-очень офигенный вайб, прям такую музыку классно слушать, там, ночью, да, допустим, когда, ну, гуляешь, там. Либо, ну, не знаю, еще что-то делаешь, да? В общем, пишите свое мнение в комментарии, но сегодня годные получились у нас песенки. Ну, новинки, да, послушали. Очень круто. Всех обнял. Пока. Лайки ставим, блять. Подписываемся на канал и комментарии оставляем обязательно. Всем пока.